Всем привет, меня зовут Юля. Многие рукодельницы знают меня как Puff People. Если вы любите сочетать приятное с полезным и у вас есть большое желание, я предлагаю вам принять участие в крутой благотворительной акции, которая называется «Ковер добра». Суть ее проста. Все участники вяжут вот такие вот прекрасные мотивы из трикотажной пряжи. Далее эти мотивы присылаются мне в Москву, и здесь с московским рукодельницами мы собираем из них большой ковер или несколько небольших. Потом мы отдаем эти ковры ребятам в благотворительный фонд. Там они их реализуют и на вырученные деньги оказывают помощь тем, кому она действительно нужна. Таким образом, вы получаете удовольствие и помогаете другим людям. Если даже вы никогда не держали крючок в руках, это не проблема, потому что все инструкции к этим прекрасным мотивам лежат у меня в соцсетях и на YouTube. Итак, вам нужно сделать всего лишь один шаг. Найти меня в соцсетях, я называюсь Puff People, либо набрать в Инстаграме хэштег ковер, нижнее подчеркивание добра. Там вы обязательно узнаете все условия акции и наткнетесь на меня. Пишите, звоните и приятного вязания. Пока!